Здравствуйте, это я. Короче, я сейчас вам покажу свои корабли. Это два корабля и еще есть субмарина. Ну или подводка. Начнем с эсминца. Первая серия будет... Будем начинать с эсминца. Начинаем. Вот тут вот ничего. Пушки, малокалиберные пушки. И дальше. Еще одни пустые комнаты. Здесь только факела. Ну и мы идем. Ну ладно. Я еще не все вам показал. Да, еще одна малокалиберная пушка. Рубка капитана. Поправьте, если я неправильно сказал. Не обращайте внимания на шум. Все такое. Ну, вот. Если мы его кто-то не знаю. Нет. Вертолетная площадка. Ой. Ну что, приступаем к... Вот лестница. Жители. Офицерская каюта. Каюта номер один. Каюта два. Каюта четыре. Каюта пять. Каюта шесть. И склад. Вот тут ничего особенного. Ну что ж. Торпеда. Как вам показать субмарину? Ну, она не такая большая, конечно. Но это субмарина. Я ее так растеряла. Где эта субмарина? А, я не слышала. Да? Где же эта субмарина? Она, вот она. Перископ. Как же такая штука, я забыл, как она называется. Крышка субмарина. Ладно. Ну, как, здесь капитан управляет этой подводной лодкой. Этой подлодкой. Ну, тут сами, да. Лично вещи капитана, куча карт, перископ, один пистолет, лук, динамит, если что, буду называть лук пистолетом. Хорошо. Хорошо. Молочко. Видимо, капитан бьет молочко. Так, тут еда. И тут торпеды сюда. Вот
это можно. Это крафтсмен. Это крафтсмен. И на крафтсмен вообще нет никаких модов. Ну что ж, заканчиваем запись.